Глава государства принял верное решение, подписав указ о назначении выборов в 2015 году, считают и политологи Приуралья. Выборы президента на фоне негативных воздействий мировой экономики стабилизируют ситуацию в Казахстане. Это позволит всему обществу сконцентрироваться на реализации программ развития. Новая стратегия Нурлы-Жол, принятая в конце прошлого года, позволит казахстанцам сохранить рабочие места. При этом значительную поддержку получат как малый и средний бизнес, так и крупные промышленные производства, отмечают они. Современная экономическая ситуация, которая выдвигает перед странами большие задачи, в том числе и требует от Казахстана принятия разных решений. И наша программа «Нурлы-Жол» является тем ответом, тем вызовом экономическим, который сегодня мир нам предъявляет.